держись. Держись. Со второго? Подыгрывайся. Все время мы ждем, как чудо, одной единственной ждем, как чудо, хотя должна. Ты любовь, ты ее просто не дотянула там. А эти-то ноты спела. Алена, стой на двух ногах. Опирайся на ты на одну ногу опирай. Это тоже мешает тебе. Опирайся на обе ноги. Вот тут, Наталья Алексеевна, подскажите мне. Что ты моя, я твоя, что тут я не уверена. Что? Это откуда? Да-д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 а. Что ты моя? Смотри, какие ноты. Что ты моя? Моя твоя любовь. Видишь, какие скачки? Она очень сложная. Да. Тоже играй себе. Любовь и судьба. Да, здесь все правильно. Смотри, ноту верхнюю, когда держишь, сейчас хорошо держала. Не давай ни малейшей тенденции к тому, чтобы она скатывалась. Любовь и судьба. Здесь все хорошо, я имею в виду на верхних сейчас. А! Откуда? Откуда? Что там где-то какая-то нотка. Тенденция была, что она как бы поползла, то есть как бы с намеком на глиссандо. Ни в коем случае. Либо в точка держишь, останавливаешь диафрагму, закрываешь воздух, прекращаешь подавать, она остановится, звучание остановится. Либо толкай лучше ее вверх, то есть пусть она летит, эта нота. Потому что сейчас там в одном месте немножко, но ты сейчас справилась, и грудным резонатором справилась. Чуть пораньше. Тащи, будет легче. И подыгрывай, на две ноги ставь. Любви, все время мы ждем, как чудо. Одной единственной ждем, как чудо. Хотя должна она. Я уже отпела, можно расслабиться. Нет! Вот здесь как раз твои легкие, твоя диафрагма, давай разрабатывай. Вот, вот это тебе как раз точка, вот это место. Еще разочек. Что ты моя, добивай. Моя твоя. Дыхание. У тебя оно заканчивается. Хотя на-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 на. Смотри, какая фраза длиннющая такая. Пусть она будет короче, Аленка. Сделай ее короче. Сейчас сама почувствуешь, что она немножечко подползает. Дыхание уже все заканчивается. Еще раз давай. Сорянчика, будь добра. Сейчас, спасибо, пожалуйста. Неудобно. Петь неудобно, он отклон, конечно. Все, опирайся. На обе ноги. Подыгрывай себе. Сердца. Все время мы ждем, как чудо. Одной единственной ждем, как чудо. Молодец. Хотя должна она.
очень хорошо спела. Ты сейчас спела очень хорошо. И это было чисто, это была позиция, это было очень хорошо. Не туда включила что-то? Нет, это я не то спела. Не знаю. Мы все то сделали, это я не то спела. Не знаю, мне кажется, ты все спела, просто фонограмму не туда не включила. Молодец, умница. Считая дни, хочешь, снимай. А хочешь, если хватает дыхать, считая дни, сжигая сердца. То есть здесь все на максимальной диафрагме, вот на максимальной, на пружине. Иначе вот этот нижний регистр из позиции все сразу. Он весь посыпется сразу. Хочешь, считая дни, хочешь, снимай потом, сжигая сердца. Но остаешься вот в этом состоянии, как будто ты остановила там, и там как бы застряла, зависла. Зависла мышечно, зависла там вверху. Ну давай еще немножечко. А там уже сама распределяй. Хоть тянешь ты, хоть ты сбросишь. Погромче сделай чуть-чуть. Чтобы у тебя свибрировала нота и выбросить ее. Без следа! И все, наверх. Без следа! Вот! Ну вот же! Прекрасно! Еще разочек. Ты поняла, что у тебя там опять? Подыгрывай себе пальцами, помогай себе тактильно. На две ноги. Одной иди, потому что нет натяга второй ноты. Одно, третий. Одной иди, иди, иди. Подыгрывай. Одной иди. Стремись туда. Она не та, какая надо. Песню взять. Она вообще нереально сложная. Ее здоровые-то люди, извините, с двумя легкими петь не умеют. Мы споем. Я знаю, девочка моя, что ты споешь. Но почему ты остановилась? Ты просто устаешь. Нет, потому что надо идеально допеть. Ну да подожди, ну мы же в процессе разучивания. У тебя буквально... Нет, ты вот так уперлась в нотку. Понимаешь, в нотку. А надо вот так. А надо, да, сквозь нотку пройти. Но ты все равно же спела ее. Ну, мне не понравилось, как я спела. Это я понимаю, что не понравилось. Давай еще раз. И там мне вот этот не нравится. Вот. Вот этой ноты нет. Соль. Нет. Вот это квинта. Перед этим ходом у тебя там грязный ход. На любви все время мы ждем, как чудо, одной иди. Вот это иди. Одной единственной ждем, как чудо. Одной единственной.
на нее не... Единственное, ждем как чудо. Хорошо, сейчас только подкопала ее чуть-чуть. Я ей проезжаю. Ну вот, одно, единственное, ждем как. Ты должна к ждем идти. Вот, от одной к ждем надо идти. Но нужно стремиться к ней. То есть скорость спасает, вот тогда позиция и все. И дыхание у тебя сохранится. Поем еще раз. Одно, единственное. Играй, правильно? На ноге можешь играть. Одно, единственное, ждем. Да? Одно, еди, да. Да. Квинта чистая звучит, и вот она должна чистенько звучать. Давай еще разочек. А начала очень хорошо. Зацепила низ. Замечательно спела. Хотя... Нет, у тебя четыре. Должна она. Да. Все хорошо, а начало было замечательное. Ту-ту. Чисто. Ту-ту. Вот это я забываю. Си бемоль. Да ты играй на себе. Ту-ту. Я ей как ее под... Будет немножко микса. Добавь голову. Она как-то не тут и не тут. Вот она в серединке, да. Ты ре берешь. Практически. А си бемоль не могу. Он просто не чистый у тебя. Сможешь. Еще разочек. Все сможешь. Первый раз поешь. Давай. Надо закрыть, надо сразу пресекать. Возьми микрофон, чтобы мне низ был, тебе, и тебе тоже было низ слышать себя лучше. Потому что ты цепляешь низ, все это ты цепляешь, но очень сложно без микрофона петь в таком низком диапазоне. Давайте быстренько подключим тебя. Добивай! Живая сердца. Это я виновата. Еще разок. С верхними нотами лучше справиться. Потому что, значит, взяла микрофон, и Остапа понесло, да? Девушка с микрофоном. Остапа понесло. Давай дальше поем. Хотя бы второй куплет. Все, освоили чуть-чуть. Давай дальше. Thank you.
Работала? Туманных миров скитаться. Дикционно все проваливается. Я уже не говорю сейчас там интонации. Скажи нам сколько. Вообще. Да, и дикция тоже. Она вышли погулять раз, два, три. Туманных миров скитаться. Все согласны здесь должны быть. Она позволяет, понимаешь, Аленочка, она позволяет по экспрессии давать такие согласные. Здесь если их убрать просто вот такими, сделать рядовыми, то они потеряются совсем. Здесь обязательно нужно. Давай еще разочек. Скажи, скажи. Вот и все. Скажи. Да, а теперь микрофон без фонограммы. Скажи. Вот и все. Единственное, что здесь, конечно, скажи нам сколько, скажи нам. Она же та же нота. Скажи нам сколько пришлось скитаться. Да, но вот она немножечко рыхла здесь. Скажи нам, сколько, видишь, А разбивает пространство, потому что она вертикальная. Скажи нам, сколько пришлось. Поэтому здесь ритмически делай так, как тебе удобно. Сложное очень. Скажи нам, сколько пришлось китаться. То есть в оригинале вот так, как написано у композитора, ритмически. Ну, давай, еще с фонограммой. Давай. Я тебе сразу сказала, ты меня тормози, потому что в тебя не влезть. Я, конечно, чувствую, что все. Но ты же у нас революционерка. Поэтому давай отдохнем. Отдохнем. Давай отдохнем. Давай отдохнем. Соряночка. Поются, когда я ноты выучу. Ну, когда музыка ляжет. Правильно? Да, ляжет. На ухо. Угу. Тяжело вот это вот, как эмоции ведут вперед паровозом. А ты не можешь без эмоций петь. Да, поэтому мне много не нравится, что я без эмоций пою, и она такая как сухая получается. А без эмоций она и не станет туда, куда надо. Она и... Ты же начала, ведь сначала, в начале урока вообще мы думали, что это головой петь. А ты-то спела? Я грудью спела. Ты же спела эту Р. А когда эмоции будут, тем более Р. Что я говорю? Р. Как вам нравится? Нота Р. Петь в студию. Меня саму. Все неплохо, но ты уж слишком вольготно себя чувствуешь в ритме. Что тут делаю? Здесь не тот случай. Это тебе не баллада под аккомпанемент Александра Валерьевича. Так что давай, успевай. Тебе погромче сделать фонограмму? Сделаю. Да. Хорошо, поем. Yeah.
Скажи, насколько пришлось скитаться, туманный пирог скитаться. Ну она невероятно тяжелая, Лёнка, ну как же тяжелая. Так я тут планировала два куплета с одним, там треки пошли. Два ты соединила. И начала ты хорошо, зацепила там нижнюю нотку, ты хорошо. А вот сейчас вот подрасслабилась как бы вот за этот проигрыш и как-то не зацепила. Угу. Нормально не зацепила. А почему у меня только плюс два? Ну я же все сбрасывала тебе. В чем дело-то? Как какая-то это? Почему? Пожалуйста. Вот ты моя девочка. Почему? Ну так же не может быть. Ну, одно сбросилось, другое не сбросилось. Что это? Очень странно. Большинство? Да. Не люблю это слово я. Магия? Ну, тем более не люблю. Ты это что придумай? Вообще не люблю. Вообще не люблю. Не люблю. Плюс три там? Есть у меня? Угу. Ну, все. Работаем. Всегда рядом не могут люди, всегда вместе не могут люди, нельзя любви, земной любви была без конца. Скажи, зачем ты тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? На-на-на-на-на, играй! Играй на ноге! Неточные ноты, прямо неточные ноты. И отстаешь, прям сильно отстаешь. Прям, да что ж такое-то? Простите, пожалуйста. Алисенька, да? Я понимаю, ты там наслаждаешься, все это, но ты должна понаслаждалась и в долю, понаслаждалась и в долю. Понимаешь, все, я тебе уже громко сделала. И играй, играй на ноге. Ну, взяла какую сложную вещь, ему да... Играй на ноге. И, короче, вдох. Короче, то есть, как бы... Да-ри-да. То есть, он должен быть активным и более коротким. На него тоже тратится время, как бы... Уходит у тебя на него время. Давай еще немножечко. Надо поактивнее, побыстрее его Согласные здесь должны быть. Угу. Все было хорошо. Первый был замечательно, во втором немного там. А почему? Потому что слова до конца
Думает голова еще не о том, чем надо. У тебя когда думает о нотах, а не вот, да, и слова, и ноты думает. Вот когда только ты все вот это будешь знать, и Остапа понесет. И тогда ты будешь органично. Это сейчас мешает тебе еще. Давай третью. Но не пересиди, как бы. Все в ритме. Насколько пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтоб ты с тобою мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться, при свете звезд. Дальше поем. На крае земли. Хорошо. Во вселенной этой, здесь потерь во вселенной этой, а вот на них любовь, на них всегда нелегко. И все, тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя. Пространств. И где? Пространств. Да. Хорошо сейчас было, как туманных. Замечательно было. И два, тянут слова еще, ничего. И хорошо спела ритмически, по-разному. Сначала так, потом так. Это было все хорошо. Интонация выровняется, там все нормально будет. Пространств и веков. То есть вот умудрись. Вот умудрись. Просто я эти куплеты еще даже не репетировала. Ну, у тебя сейчас он неплохо пошел-то. Хорошо пошел. Спой в финал. Откуда идем? Финал сам. Пространстве веков всегда. Хорошо. Пространств и веков. Закрой. Пространств и веков. Да, закрывай слово. Хорошо, хорошо. Еще разочек оттуда же. И дальше не буду останавливать. Все нормально въехало, но мы на полтона. Мы от тройки еще на полтона поднимаемся. Да, это там. Это ты споешь. Да. И здесь просто... смотри, и здесь у тебя, здесь у тебя идет четко вообще все, ритм, все. Иди прям акцентируй здесь, помогай себе согласными. На полтона выше, то есть там вообще у тебя ми-бемоль идет, по-моему, там ты грудным регистром берешь, поэтому помоги себе. Хорошо сейчас спел, еще разочек. Перед модуляцией, пространство веков и дальше. Александра, помогите в модуляцию войти. А ты вошла? Здрасте! Ничего тебе не надо помогать, ты вошла сама. Как-то я не доходила. Я помогу тебе, но ты вошла сама. Опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих пространств и веков. Всегда быть я. Потому что мы не играем на ноге. Этого хода не было. Тогда бы все туда пошло, куда надо. И хорошие акценты давай. Помогай себе, солнышко, помогай. Ну, сложнейшая вещь. Ну, ты же справляешься. Еще разочек. Если я когда-нибудь на сцене вот так вот сделаю.
Не сделаешь! Ты когда это все выучишь, не будешь это делать. У тебя руки понесут, тебя понесет куда надо. Ты вообще независим. Вот я вот чего не переживаю, так вообще не переживаю. Абсолютно. А сейчас тебе нужно помочь самой себе. Ой, самой себе. Что я там все... На-н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 а. Ты представляешь клавиатуру? На прошлом уроке ты справлялась же так, играла? Сейчас перестала. Играем? Перед модуляцией. Все-таки все хорошо. Тебя я ищу по свету опять. Понимаешь, вот мне хочется, чтобы ты их немножечко продлила. Я понимаю, что тебе там нужно... Кого продлила? Ноты. Немножко. Ты поешь, все хорошо. У тебя сложность с взятием дыхания. Я тебя понимаю, чисто физиологически. Но если ты еще и продлишь... Тебя я ищу по свету опять. Эту. Можно по свету опять, то есть свету опять, то есть просто не, она не дотянута. Свету опять, а если свету, то есть она должна быть натянута. Посмотри. Перед взятием дыхания. И все ж тебя я ищу по свету опять. А сейчас, да? Сейчас передержал, да, но сейчас просто чуть поняла. Ну, просто я не понимала, чего хотите. Все, ты поняла сейчас, да, что надо. Поняла. Теперь ты поняла, только нужно сейчас это сделать в ритме. Не бросать, это сложно. Это сложно, ну как бы вот такое короткое дыхание тебе физически. Но если справишься, это будет вообще замечательно. Давай еще разочек. Уловила, поняла, что надо. Я пораньше чуть-чуть включила. Замечательный же момент, там все, потом просто подустала, да. не хватило чисто... Чистого вопроса. Давай. Тут обрезать его нельзя? Конечно, можно. Давайте его обрежем. У меня уже сил на него нет. Ну, конечно, нет, у тебя нет. Давай я обрежу. А на один еще хватает, на второй нет. Все, я тебе обрежу. Договорились. Я только, если честно, сейчас загнала, что эти два куплета – это два первых куплета. Первый, второй повторяются вот в конце. То есть, ну и зачем? Не будем. Но я решила, думала, может быть, ты решила экзекуцию над собой устроить. Вообще можно сделать. Не всегда быть рядом, а вот не счесть, разлук, на модуляцию уйти. Конечно. А эти два вообще не нужны тогда. Ну все. А уйти тут на модуляцию, один тут обрезать, а на модуляцию не счесть. И уйти. Разлук во вселенной этой, тоже во вселенной этой. Везде. Можно так сделать. Двойные Н хорошие. Все согласны. И она не такая длинная будет. Хорошо, моя девочка, отдохни. Классненько придумать. Да что-то придумать. Я думала, может быть, ты решила, я говорю, экзекуцию строить, проверить. Нет, себя чисто. Совсем. Ну, не такую. Ну, и так хватит. Да. И так хватит. И ты, конечно, безбашенная. Все. Ну, так, солнце мое, без 20. Пойдем? Все, да. Пошли тогда пить чай и... На сегодня я мостную, я считаю, что... Да молодец! Алена, молодец! Ты же еще не допустила. И вот то, что там в конце, ну, во-первых, ты подустала, это понятно, потому что это песня очень сложна. И, тем не менее, опять вот эти ноточки. Первый раз чисто спела идеально, второй раз пошла, они уже не чистые, и следом все это тащится уже все. Паровозом тащится. Но в модуляции... Первая модуляция была великолепная. Мне круче петь. Ну, конечно. Я прям там вот какой-то у меня драйв потом. Да, вот да. Это.
да? Ну вот на вторую. Потому что это твоя предельная в грудине, это твой диапазон, он предельный для тебя, как бы, но он у тебя звучит, а на сцене у тебя будет еще проще спеть. На сцене. Ну да. На сцене будет проще спеть. Все, собираемся и пляшем.